Всем привет, ребят. Сегодня мы будем... Короче, ребят, сегодня я буду играть с самой страшной девочкой в Роблоксе. Так, как моя подруга всегда играет. Ну что, заходим. Пишем Roblox. Roblox Play. Playbox. Так. Ага. Она в сети, ребята, она играет. Обалдеть. Заходи быстрее. Ребята, я ей, если что, добавился в друзья. Просто у меня были некоторые проблемы, поэтому я это не смог показать на видео. Дети, ребята, я вам говорю, соберете 20 лайков, я сниму продолжение. Продолжение. Да, где я уже буду переписываться. Но мне нужно постараться и заметить ее, что она играет. Или хотя бы... Хотя бы в сети. Но постараюсь. Так, ребята, чего? А, она на сервере. Я думала, она на другом. Чего они так... Как будто бы я не знаю, что ты не по-настоящему не страшная. Не обидел, что у тебя в друзьях. Это невозможно, потому что как бы сестра сидит и не снимается в роликах с этой девочкой. И как она в друзьях, интересно? Она ушла на другой сервер. Обалдеть! Просто! Я просто в шоке! Я успел заснять. Я в шоке. Она только что... Это непредсказуемый... Ой. Да, почему мне не дает к ней подключить? Ребята, я в шоке. Это самый топовый ролик на всем канале. Может, на ютубе я написал. О, Playbox. И никто, кроме Sony 3, не снимал. Потому что, наверное, это все подстроено там. Ладно, не буду говорить разоблачение ролика. Наверное, просто она подговорила свою подругу. Не знаю. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. С вами был я, Пак 125. Она уже не в сети. Всем пока, ребята.